Меньше чем через месяц выпускники будут танцевать школьный вальс на последнем звонке. Под какую музыку сейчас хотят танцевать школьники? «Мой ласковый и нежный зверь» или под тренды ТикТока? Разбиралась Алина Ганган. Школьный вальс – это для тебя? Любовь. Восхитительные моменты. Один из самых важных моментов в жизни любого школьника – это выпускной вальс. Да, сложно, да, репетиции занимают много времени, но зато как красиво. Если вы не узнали, выпускники Бендерской второй гимназии танцуют под самый вирусный трек ТикТока. Безумно эмоциональный и, самое главное, ритмичный. Выбирали, чтобы песня была красивая, современная. Мы всем классом советовались. Конечно же, советовались и с параллелью, и уже совместно выбирали конечный. Музыка должна быть узнаваема для всех. Такой критерий выбрали школьники. Выбор выпускников учителя и хореограф не осудили. Это один раз в жизни, и это их право, говорят педагоги. Но тут же с ностальгией вспоминают, они танцевали совсем под другую музыку. В свое время, когда я учился, я учился в советской школе, мы тоже танцевали вальс. Но это были песни нашей эпохи. Это был из фильма «Розыгрыш», когда уйдем со школьного двора. Вальс «Учительница первая моя». В последнее время, допустим, вот я работаю в гимназии 32 год, один период был, когда очень был популярен Евгений Дога с композицией из фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Традиционно в этой гимназии выпускники танцуют вальс в советской школьной форме. В этом году традициям не изменяют. Под свои наряды и танец подстроили. Поддержки есть у вас? Нет, мы не хотели поддержки. Ни одной поддержки нет? Нет. Мы просили без них. Почему? Ну, знаете, там длина платья, все дела. Ага, чтобы... И ветер, на всякий случай, чтобы... Ага, то есть у вас нет никаких движений. А какие самые сложные? Вальс. Вальсирование. Вот вальсирование? Да. Самое такое... Я, наверное, буду очень наглой. И я очень хочу, чтобы вы мне помогли вспомнить те самые вальсирующие движения. Левая нога назад. Да. Так, давайте. Да, у меня правая вперед. Раз. Раз. Потом два. А дальше не помню. А дальше не то помнишь? Самое, нет. Вот и все, вальс окончен. Как последняя репетиция? Волнительные они? Очень. Ну, такое то, что заканчиваем школу, очень странно, очень привычное такое, не знаю, странное чувство. Будешь плакать на последнем звонке? Ну, я надеюсь, что нет. Ну, почему-то мне кажется, что да. Такая трогательная песня. Ты уже предупреждаешь своего партнера, если что, будь готов. Ну, он тоже расплачется. Да? Да? Компанию. Обычно мальчишки отказываются, а тут как бы вроде все танцуют. Был такой период, что говорили, не-не-не, мы не будем? Да, был у меня, точно был, но... Кто заставлял? Мама. Только ради мамы. Репетиции осталось немного, на них нужно довести до идеала вальсирующие движения, чтобы через месяц мечта каждой выпускницы – школьный вальс на последнем звонке – тоже был идеальным. Алина Ганган, Данила Кузьменко, ТСВ.